Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодняшний «Танцпол» вместе с вами буду смотреть я, Владимир Гомельский, и мой партнер, народная артистка России, гениальная балерина, королева танца Светлана Захарова. Добрый вечер. А на наших экранах итоговая таблица 4-го этапа. Через несколько минут мы узнаем, кто покинет наш проект. В номинации Светлана Светикова и Алексей Тихонов и Мария Петрова и Таш Саркисян. Перед тем, как начать конкурсное выступление на танцполе, мы выясняем, кто из номинированных на выбывание пар продолжит участие в проекте. Сегодня у нас в номинации Мария Петрова и Таш Саркисян. Светлана Светикова и Алексей Тихонов. Ребята, после вашего последнего выступления было видно, что, в общем, вы расстроены и чувствовали, что вы попадаете в номинацию. У тебя было ощущение, что вы не пройдете эту номинацию? Вы знаете, это когда обычно, например, на теннисных турнирах бывает в полуфинале встречаются две российские пары. Радостно от того, что в финале будет точно. Здесь та же ситуация, или Леша, или Маша продолжат борьбу, поэтому это как-то сглаживает горечь ситуации. Скажи, пожалуйста, будет ли дома какой-то конфликт, если вот так вот сейчас просто зрители на руках вас вынесут в продолжение проекта своим голосованием? Конфликта не будет, будет счастье у нашего ребенка. У него... Будет папа. Будет папа или мама. Все с вами понятно. Ребята, вообще у вас очень удивительная ситуация, потому что вы только встали в пару и уже в номинации. Света, ты практически плачешь сейчас, еще рано, подожди. Света, держаться. Леша, давай говорить с тобой. Света, держаться. Да, так случилось, но... Это не страшно, с чего-то нужно начинать. И те несколько программ, которые мы были вместе, которые мы танцевали, которые мы катались, мне кажется, доставили нам огромную радость. Надеюсь, что и зрителям, и судьям тоже. Итак, давайте узнаем, как распределились голоса и кому предстоит покинуть проект. По итогам интерактивного голосования больше голосов набрали... Светлана Светикова и Алексей Тихонов. Света, Леша, поздравляем вас. Идите готовы. И, пожалуйста, не попадайте больше в номинацию. Таш, Маш, Таш. Все-таки вы держались долго и очень мужественно. Вы выбили очень много соперников. Теперь, к сожалению, настал ваш черед. Позвольте выразить большое спасибо Первому каналу, Илье Авербуху, который, несмотря на то, что происходило в начале и как это все тяжело давалось, он поверил в то, что это может затянуться до ноября. Спасибо вам большое. Это было время, которое я никогда, наверное, не забуду. И спасибо всем, Антону, Максам, Лешам, Роме, всем нашей из мужской раздевалки. Ребят, вы на самом деле уникальные люди. Я надеюсь, что вне зависимости от того, что мы теперь не будем разделять лед или пол вместе, мы будем периодически видеться. Спасибо большое. Насколько сложно пережить вот это? Насколько сложно быть номинированным? Да все нормально. У нас впереди еще как минимум 5 номинаций, так что все нормально. Ну, номинация действительно не очень удачная, потому что мы вместе с Алексеем в этой номинации, и кому-то из нас придется... уйти. Кому-то я могу тебе сказать, кому. Ну вот. Ну вот, поэтому это как-то не очень хорошо. Но с другой стороны, мы сделали все, что возможно.
для меня были самые незабываемые месяцы моей жизни, в которых я, по всей видимости, буду сильно скучать. И, по всей видимости, никогда их не забуду. Помимо того, что мне удалось научиться тому, что я никогда не делал, я познакомился с огромным количеством действительно светлых и хороших людей. Горят караты жарких звезд. Поверь, я запутался жутко. Скажи мне, как дальше жить? Ведь это была только шутка. Ведь это была только шутка. Не смей с коллективом шутить. В общем, скучать будем оба. Я по Дашику. Конечно. Вот. Спасибо тебе большое, Маша. Действительно, это было вот реально незабываемое время. Оба были, я у аптеки, а я в кино. Так значит, завтра на том же месте, в тот же час. Тема сегодняшнего танцпола – хиты 21 века. Для своего прощального танца Мария Петрова и Таша Саркисян выбрали песню Петра Налича «Гитар, гитар». Сомневался, что ребята не изменят своему шутливому стилю. Маша Петрова неотразима. Светлана, вам понравилось, как ребята попрощались? Вы знаете, конечно же, смотрю и жалко ребят, они старались, но видно, конечно, что на танцполе они чувствуют себя увереннее, особенно Таш. Коньки не мешают, лед тоже, поэтому с радостью станцевали, молодцы. И я думаю, что для них будет большой опыт участия в этом прекрасном проекте.